Итак, всем привет! Сегодня у нас заруба по таким вот ингредиентам. Сейчас я зову пацанов, и мы начинаем зарубу. Эй, вы! Йоу! Что вы, танцоры, готовы к зарубе? Конечно! Ты что, тихоры-то, Вася? Ты, готов порвать школьник? Школьнику кирдык! А может, школьник тебя порвет? Да, да, порву. Куда? Лист! Слышь ты, лист! Лист, батю! Ты что, на борцуху, а? Давай, попробуй, что борцуху. Не тратьте свои силы. Брейк, он как пиявка. Все, мы готовы. Что за ингредиенты? Пойдемте посмотрите. Что-то вкусное? Все готово. Ебой, вкуснятина! Ебой, Итак, вот пирожок, хотел сказать, с картошкой, но нет. Это с горохом. С горохом? Да. Фу, блин. Хинкали. И самса. А самса это с чем? С говядиной. С говядиной? Да. Ебой, говядину люблю. Черные эти пельмени. Да, черные хинкали. Охерена. И пирожок с горохом? Да. А запивать? А запивать живчик. О, а ну подай. Малому сок, мне живчик. Не тренди. Как Чего? Хотите. Не хочешь? Ну давай живчиком. О, что там салюты взрывают? Честь. Нашего день рождения, так, моя авторитетская, твоя не очень. Так, а шо, прыс какой? Гроши. Утво. Ну? Сколько там, Тай? Десяточка. Десяточка? 50. А, 50. На полдороги тут школьник. Немного, будет. Конечно, но на первое время сойдет. Да. А папа этому проигравшему? А проигравшему надо будет лопнуть шар. Шар? Но только головою. Губа? Головою? Да. Да это нереально. Ну посмотрим. Лопнуть шар головою? Да. Да, как? Это если об стенку он лопается, ты головой можно голову сломать. Да плохо. Ну в этом и прикол. Ну базара нема. Так, что, на перегонки, да? Ну конечно, как обычно. А это что, вилками чи что? Ну, вдруг вы захотите вилками, ну. Нет, а давай договоримся, или чисто вилками, или без вилок. Да давай без вилок, и голыми руками. Ну давайте. Или, короче, давайте. Короче, приступайте. Ка, подожди, нормально, Тань, что это приступайте, блин. Ладно, а так, чё, приготовились. Авторитетский. Руки вверх. Вот так мы всегда готовимся, Тань, вот так вот. Чуть вот так нас нормально. Итак. Один, два. Ты не по правилам. Подвинься, мне неудобно, блин. Три. Итак. Все такое вкусное и аппетитное. Давай, Дима. Школьник уже самсу начал. Горячая, блин. Бомба. Горячая. А школьнику вон как бы шел. Нет, запихивается. Давай, Дима, порви школьника. На горячем.
Ничего себе, уже к пирожку школьник перешел. Горошек. И с грибами. Ассорти. Самое тяжелое это пирожок, походу, будет. Угу. Подлей. Подлей! Скотина, блин. У школьника каждая минута дорога. Все вкусно? Я горох люблю. Я горох не люблю. Да? О, тяжело-то ты шо? О! Ты как? Школьник, по-моему, залетает только так, на ура. Ночка веселая будет. О, разрывает клапан. Сегодня у школьника будет музыкальная ночь. Главное, чтобы тебя не было. Нет. Я закаленный. Итак, по-моему, уже опять победитель определен. Не считается так. Он как с голодающего края, блин. На, блин. Баклан, блин. Ну что? Это не... Школьника поздравляем. О! Ты как с голодающего края, блин, барашек. Шо? Зарплата? Что, ты готов показать мастер-класс? Я сейчас животом могу раздавить, у меня живот полный и твердый, блин. Ну, пробуй желать, чем хочешь. Давай. Какие ощущения? Фу, блин. Самса охеренная. С сыром, с грибами, мясом. Да, самса. Да шо, разрывает живот обратно. У меня уже скоро, как у беременной женщины, живот будет, блин. Я реально уже заморился. Старый стал. О, ну ладно. Никаких, блин, херни базарить не надо. Братишки, не забываем ставить лайки, поддерживать на канал и быть мега активными и мега крутыми. Чем больше лайков вы поставите, тем быстрее выйдет новый видос. Понятное дело. Так, я выиграл, школьник проиграл, ага. Ты лопаешь шарик. Не. Шо, не? Давай лопай. Да как я его малый? Головой я боюсь, ну нахер, блин. А ты можешь головой? А? Да вот до стенки. Головой до стенки? Я могу голову разбить. Да давай, давай, давай. Страшно. А ну ты.
Ой, ты дурак, ё-моё. И уложи звёздочки, блин, с этого шарика. Охерей, блин. Я хоть жопой дай попробую, блин. Ты санечни, блин. О, о, как тебе не понял, а? Фух, нет, жопой нормально. Фух. Аж, ну, школьник жесткий, конечно. Аж спаяж спотел, блин. Фу. Раздавить такой шоколад. Фух, да и животы болят, ну нахер, блин. О. Фух, пацаны, блин, обратно переел, блин. Будет живот болеть, но все ради вас, братишки. Поэтому представьте, я вообще охренел. Вот кто досмотрел до этого момента, реально, пацаны, вы молодчики. И если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписываемся, потому что 77% человек смотрят без подписки на канал, братаны. Вы подписываетесь, я херачу, блин, вам охеренный контент. Набираем 50 тысяч подписчиков, у нас уже 40 тысяч. Набираем 50. Блин, и начинается просто трэш. Я все, всем спасибо, я помираю. Всем спасибо, кто посмотрел этот видос. Еще раз ставим лайки, подписываемся на канал. А мы с Димоном пошли отдыхать. Всем пока-пока.